Главным мероприятием Дня города стала праздничная программа в Лидском замке, посвященная 697-му дню рождения Лиды и 80-летию Лидского района. Поздравления лидчане принимали от первого заместителя председателя Гродненского облсполкома Ивана Жука и председателя Лидского райисполкома Сергея Ложечника. В этот праздничный день желаю всем лидчанам счастья, здоровья, благополучия и оптимизма, успехов во всех начинаниях. А городу и региону хороших перспектив, интенсивного развития, уверенного взгляда в завтрашний день. С праздником, дорогие друзья! По случаю празднования Дня города и 80-летия Лидского района жители нашего региона, отличившиеся в различных отраслях и добившиеся значительных успехов в работе, были удостоены наград, почетных грамот Гродненского областного и Лидского районного исполкомов и благодарности председателя Гродненского облсполкома. Председатель Щучинского райисполкома Алексей Садовский, поднявшись на сцену, сообщил, что главе нашего района Сергею Ложечнику присвоено звание «Почетный гражданин города Щучина». Так высоко оценен его вклад в развитие этого региона. Напомним, Сергей Ложечник возглавлял Щучинский райисполком в течение 6,5 лет, после чего был назначен председателем Лидского райисполкома. За более чем 6 лет его работы, за на самом деле яркий, неизгладимый след, который он оставил в городе Щучин и Щучинском регионе, наши земляки его помнят, говорят спасибо, потому что действительно этот человек придал такой бурный старт дальнейшему развитию Щучина, во многом поменял где-то мировоззрение, поэтому сегодня вот от наших земляков, от себя лично, вручаю это почетное звание, говорю слова огромной благодарности.